Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, это канал Шестеренка, и сегодня на моем обзоре вот такой вот беспроводной микрофон от компании KimaFan KMG50-1. Пришел он вот в такой помятенькой упаковке, здесь вот стоит отметка, что это KMG51, есть еще 2, 3, 4, 5, 6, видимо, отличается количеством передатчиков, то есть маленьких микрофончиков, которые вешаются сюда. Итак, пришел вам помятенький, почему я вам это хочу сказать, то есть это не страшно, как оказалось, внутри он находится вот в таком вот замечательном чехле. Кстати, чехол очень похож на чехол от GoPro, только чуть поменьше. А это реально круто, почему я как бы про это говорю, потому что, во-первых, это удобно, очень удобно класть в рюкзак. Вот такой форм-фактор лично мне прям заходит на все 100%. Что еще идет у него в комплекте? Это вот такая толстая, здоровая инструкция. К сожалению, русского языка нет. Японский, китайский, французский, английский. А на самом деле все очень просто, сейчас я вам все расскажу. Элементарно подключается и элементарно использовать. Итак, слева от меня, справа от себя, в общем, вот здесь вот вы видите все его конфигурации, всю его характеристику, а мы начинаем открывать и посмотрим, что он из себя представляет. Приемник с экранчиком, передатчик вот такой вот маленький, без экранчика. Также, если обратить внимание на сумку, здесь есть еще одно невыдавленное пространство, то есть если его выдавить, соответственно, сюда еще влезает еще один передатчик, то есть еще один микрофончик. Соответственно, если вы купите с двумя микрофонами, они поместятся в такой же размер, то есть в такую же маленькую удобную сумку, которая сейчас идет. Итак, самый главный их параметр – это работоспособность по 5 часов каждый. То есть, естественно, поработают у вас 5 часов, что приемник, что передатчик. Дальше. Заряжаются они все 1.5 часа по времени. Что удобно, это то, что в комплекте у нас идет вот такой вот замечательный USB кабель. То есть, с одной стороны это USB, с другой стороны это USB Type-C. Причем две штуки, чтобы сразу зарядить оба устройства. Что касается зарядки во время использование ее, она работает, я проверял, то есть вы можете заряжать как сам микрофон, так, естественно, и приемник, который будет стоять у вас на камере, от вашего пауэрбанка, я не знаю, от зарядки телефона, если вдруг вы снимаете, как я, дома, поэтому это возможно, это работает. Итак, переходим плавно к комплектации. Вот этот вот шнур, очень удобная штука, классная. Дальше. У нас идет для микрофона вот такая вот махнушка, которая защелкивается вот здесь вот. Честно вам скажу, она держится, ну, так себе. Вот таким вот образом, да, я сразу хотел показать, как крепится махнушка. Видите, вот в такие вот защелки, не знаю, видно вам, не видно. Хоп, и все. И также она отваливается. То есть она не вкручивается, она просто вот на таких штучках. Если он у вас будет аккуратно висеть, естественно, она никуда не денется. Но если вы случайно там дернете за нее, она отвалится. Дальше. Что мне очень понравилось, то, что идет отдельная петличка уже в комплекте. Начнем с того, что это бюджетный, да, микрофон. Он стоит в районе там 6 с копейками тысяч. Достаточно бюджетный, особенно на сегодняшний день по сегодняшним ценам. А вот такая вот идет петличка. Она супер экстра маленькая. Очень многим может понравиться. То есть вот у меня такая бандура от Sony висит. Ну, правда, она стерео, но неважно. Это, на мой взгляд, очень удобно. Так, убираем ее. Дальше у нас идет кабель для камеры. Очень удобно, что он идет пружинкой. То есть, ну, это, ну, плюс. Почему бы и нет, да, очень удобно, вы его прицепили, ничего особенного в этом нет. Дальше, у нас идет кабель для мобильного телефона, то есть это джек 3,5 мм. На мой взгляд, это уже не актуально, потому что, допустим, на моем смартфоне уже Type-C, на всех Apple Lightning идет, поэтому, и они все время пишут, что он для смартфона, но, блин, ни в одном комплекте, который ко мне приходил, включая Rode, там, Polyland, Lark и еще куча микрофонов было на обзоре, да, ни в одном не было в комплекте, допустим, переходника на Type-C либо на Lightning. Но, видимо, они думают, что у вас уже это есть, и поэтому вам это нафиг не надо. Обидно, но вот так и есть. Дальше у нас идет еще пакетик с двумя поролонками, которые одеваются, естественно, на петличку. Сумочка и вот этот комплект. На самом деле, очень и очень богатый, на мой взгляд, за эту цену комплект. Дальше, что могу сказать? Давайте посмотрим поближе на сам передатчик и на приемник, в общем, на все вместе. Поехали. Это у нас передатчик со встроенным микрофоном. Микрофон находится вот здесь вот. Здесь, естественно, вход идет для внешней петлички. Здесь два значка, то есть, соответственно, что она включена, батарейка, здесь у нас кнопочка mute, здесь у нас качелька громкости, здесь у нас прищепочка на всякий случай для воротника.
и Type-C, естественно. Приемник выглядит вот таким вот образом. Смотрите, здесь идет выход, то есть это выход на ваш камеру, либо на ваш телефон. Дальше идет наушники, то есть вы можете прослушать то, что записывается. То же самое, два диодика, здесь экранчик и качелька громкости, mute и Type-C, естественно. Так, включаем. Сейчас покажу сначала без передатчика. Здесь идет такая надпись. И показывается, естественно, сейчас заряд приемника. Написано громкость. Видите, здесь нарисованы наушники и, соответственно, громкость наушника. Если я нажимаю на качельки громкости, у нас увеличивается, уменьшается громкость. Нажимаю на мьют, все пропадает, и, естественно, звука не будет. Нажимаю на мьют, опять все появляется. Дальше включаю микрофон. Пам, сразу появился батарейка микрофона. Вот здесь вот такая же, как у вас на телефоне. То есть вы видите качество сигнала. И микрофон. Сейчас я поговорю в него. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Видите, здесь бегает шкала. Соответственно, если вы нажимаете на микрофоне, вот здесь вот перечеркивается микрофон, и вы можете отключить себя. Либо, если оператор хочет вас отключить, он нажимает у себя и, естественно, вырубает. Эти качельки громкости регулируют наушники, и, соответственно, эти качельки громкости, которые находятся на микрофоне, плюсик, вот смотрите, раз, два, три, 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 это максимальная громкость, и, естественно, я ее могу, видите, уменьшать. Экранчик достаточно, ну, я бы не сказал, что он прям яркий, единственное, что мне кажется, он будет царапаться, видите, вот этот глянцевый материал, видимо, я только что отклеил, такое ощущение, что он немножко поцарапался, хотя вот буквально 10 минут назад я их распаковал. Выглядит вот таким вот образом. Что, друзья, с комплектацией мы разобрались. Давайте, наверное, сделаем тест. Для начала сделаем тест на улице, на его расстоянии. Так как они говорят, что он работает на расстоянии 50 метров, и он действительно работает, но, как и у многих микрофонов, то есть это и у Wireless Go, и у Lark 150, когда ты вешаешь микрофон вот сюда... Ну, если ты находишься недалеко от камеры, то ничего не происходит. Если ты уходишь от камеры, я не знаю, там метров на 6, и поворачиваешься спиной, то есть он у тебя получается на грузе, а ты стоишь спиной к приемнику, то, соответственно, есть перебои. Так как это более бюджетная модель, здесь нет возможности записи именно на передатчик. То есть, да, вы знаете, Wireless Go 2, там DJI, многие уже стали делать, а он записывает сюда на встроенную память, и если вдруг у вас какие-то обрывы, проблем у вас никаких нет. Здесь этого нет, так что именно имейте это в виду. Давайте перейдем к тесту на улице. Поехали. Это тест микрофона Kima Fun. Что могу сказать? Вот эта вот линия, то есть до конца самого забора, ровно 52 метра по Яндекс.Картам. Сейчас рядом со мной большие достаточно фонтаны шумные и очень-очень шумный ветер. То есть ветра достаточно много. У меня одета ветрозащита, махнушка на месте. И мы начинаем тест. Сейчас отойду на середину и, естественно, буду продолжать с вами разговаривать. Так как я повернут спиной, могут быть небольшие погрешности. Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас я повернулся, это практически половина пути. Давайте я сейчас покручусь на месте. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Надеюсь, меня слышно нормально. Это в районе 20-25 метров. Итак, уходим дальше и посмотрим, как это будет звучать. Так как я сейчас иду спиной к вам, соответственно, звук может пропадать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тест микрофона Kima Fun. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, я дошел до самой конечной точки. Сейчас между камерой и микрофоном ровно 52 метра. Раз, два, три, четыре, пять. Я стою лицом. Сейчас поворачиваюсь. Стою спиной к камере, не знаю, слышно меня или нет, поворачиваюсь обратно, стою опять лицом. Конечно, в данном случае, если снимать на таком расстоянии, лучше использовать петлички, где встроенная память и где записывается непосредственно с самой петлички. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, идем обратно. Ну, лицом, я думаю, что он должен ловить нормально, никаких помех не должно вызывать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Заодно проверим, насколько хороша ветрозащита и вообще поглощение левых шумов. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это канал Шестеренка. Сейчас запись идет именно с петлички. Петличку отключаю.
Сейчас запись идет конкретно через сам микрофон, встроенный в передатчике. Раз, два, три, раз, два, три. Включаю петличку. Раз, два, три, раз, два, три. Оба без ветрозащиты. Сейчас, опять же таки, повторюсь, очень-очень сильный ветер. Раз, два, три, раз, два, три. Надеюсь, меня слышно нормально. Вот таким вот образом работает. То есть на расстоянии там 3-4 метров это очень комфортно, очень качественно, без каких-либо помех. С тестом на улице он справился, с учетом того, что там бил фонтан рядом, был очень сильный ветер. Я отходил на 52 метра. Если я стоял лицом к вам, вы меня слышали. Если я отходил, естественно, были перебои. Но я думаю, что такого расстояния никому не нужно будет, тем более от бюджетной модели ждать что-то сумасшедшего, мне кажется, нет смысла. Поэтому, по большому счету, он справился. Нет никаких шумоподавлений, то есть такого, чтобы он убрал фонтаны и было четко слышно мой голос, я тоже не заметил. В общем, вы все слышали, что об этом говорить. Теперь давайте протестируем здесь, в помещении. Сначала на камере, потом на GoPro и на телефоне, мало ли для чего вы покупаете, то есть вы можете послушать на всех устройствах, как это будет выглядеть. Итак, начнем с камеры. Сейчас я разговариваю через микрофон, встроенный в передатчик. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. С вами я, Макс, это канал Шестеренка. И давайте подключим сейчас вот эту вот супер маленькую петличку. Так, все, петличка у меня одета, она у меня с поролоном. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это Макс и это канал Шестеренка. Итак, сейчас запись идет через вот этот вот микрофончик на Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это Макс, это канал Шестеренка. Давайте сейчас подключим эту супер маленькую петличку. Так, воткнул. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Если вы покупаете данный микрофон для вашего смартфона, приблизительно звук будет выглядеть вот так вот. А сейчас запись идет через GoPro 10, естественно, через родной переходник. И вот висит у меня приемник и, соответственно, передатчик, сейчас который я говорю. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И подключаем петличку. Так, вот, потерял поролонку. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. С вами Макс, это канал Шестеренка. Вот так вот будет выглядеть звук с GoPro, если вдруг вы ведете блог какой-то на GoPro. Мне кажется, что это офигительно удобно, если у вас есть специальный кейс, который можно засунуть этот переходник, соответственно, который будет висеть, и одеть микрофон в горячий башмак, то есть приемник в горячий башмак, будет очень интересная штука. Кстати, совсем скоро должно прийти, обязательно вам покажу. Друзья, вы все сами слышали, то есть что-то добавить, наверное, уже нет смысла. Единственное, что мне, наверное, не понравилось, но это придирка, наверное. Смотрите, вот эта прищепка, которая идет, да, вы понимаете, да, что она вставляется в горячий башмак в вашу камеру. У меня Sony A7C и FX3 ни в один башмак она не влезла. То есть она влезает, но с таким напрягом, что либо вы сломаете башмак, либо вы сломаете эту прищепку. Я не знаю, почему так. Это первый раз на Sony. Ну, у меня, по крайней мере, первый раз. В общем, единственный минус, который я заметил. Я не могу сказать, что это самый лучший микрофон, который у меня был, но за данную цену вполне приличный девайс, который наверняка кому-то из вас приглянется. И надеюсь, данный обзор был для вас полезен. Пишите свои комментарии. Это очень поможет каналу в тяжелое на сегодняшний день время. Поэтому, друзья, спасибо, что были со мной. С вами был, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока.